Мне сегодня стало очень больно за тех женщин, которых обвиняют в экстремизме. У Оксаны Шевчук ребенок с особенным развитием. У Гульзипы Джулкеровой ребенок с аутизмом. Я знаю, как это тяжело, и целиком разделяю их стремление жить в демократическом государстве. Ведь это в первую очередь высокий уровень жизни и гарантия для семей, которым постоянно необходима медицинская, психологическая и социальная поддержка. А во что превратили их устремления? Государственный переворот. Таким вот женщинам достается за четверых. Они везут на себе непочатый груз забот. Они хотели всего лишь лучшей жизни для своих детей. Я хочу защитить их. Я беру этот белый платок как символ чистоты и искренности. Хочу сказать, что мы можем носить этот платок повсюду. И пусть он служит нам защитой. Если кто-то из полицейских захочет обидеть меня или Оксану, или Гульзипу, или Жазиру, то я этот платок кину им в ноги. Я покрою позором всякого мужчину, который будет преследовать невинных женщин. Женщины, надевайте платок. Теперь нам не на кого положиться. Мы будем защищать свою честь способом, которым пользовались наши бабушки. Им придется либо переступить через этот белый платок, либо опомниться. Ана ренжиту, Аллана ренжиту, Влада.